С космодрома «Восточный» сегодня стартовала ракета-носитель «Союз-2-1А» с 11 спутниками. Две группы специалистов службы спасения Якутии совместно с представителями регионального министерства охраны природы и Роскосмоса приступили к поискам отделившихся частей ракеты-носителя «Союз-2-1А» в Вилюйском и Алданском районах. Как сообщили в службе спасения, наблюдательный радар зафиксировал координаты 7 точек приземления фрагментов. В операции задействован вертолет и беспилотные аппараты. Примерно через 10 минут после запуска мы видели фрагмент падения второй ступени, а также слышали 6-8 хлопков, напоминающих грохот грома. По словам специалистов, по радару Антона Предко после падения второй ступени радар обнаружили 7 мелких частиц отделяемой части. На данный момент специалисты госкорпорации «Космос», а также органы местных властей производят измерение радиационного фона и уже берут первые пробы после падения.